Ну, знаете, всегда кивают на Венесуэлу, кивают на Саудовскую Аравию, что там очень низкие цены. Там действительно очень низкие цены. Но почему-то не кивают на Норвегию, которая тоже нефть и газ добывающая страна, а цены на бензин там в два раза выше, чем в России. Так что по-всякому бывает. Ездят. Не вижу стоящих машин. Значит, доходы населения позволяют этим нефтяным нашим монстрам накручивать цену. Когда это дойдет уже до уровня, когда люди начнут отказываться от поездок, тогда им придется снижать. Это рынок, никуда от него не денешься.